Это подарок на Новый год ему будет, пусть отдохнет. На пару недель к забанить его. Чё мы делаем-то, блин? Куда идем-то? Я даже не знаю. Ну-ка, рацию. Алин? Алин? Не отвечает. Курва. Айлин не отвечает. Ну ок, это да я даже не знаю. Ну, конечно, смысл найти этот, как его? Это что за фигура? Даже не знаю. Дверей-то больше нету, которые закрыты. Был вариант попробовать открыть дверь. Ну, которая это... Которая в библиотеке с кодом. Но у меня кода нет. Вернее, может быть, он у меня есть, но я не знаю, какой именно. Этот код точно не из родословной, 100%. Что родословная, скорее всего, нужна для этого. Какого? Для картин. Типа, кто из них кто? Определить придется. Еще вниз дверь закрыта. Почему, правда, непонятно. А здесь что, двери все закрыты? А вы этому пробовали впихнуть ключ? Точные часы. Я уже реально, я уже забыл, чем тут пробовали, чем тут не пробовали. Нет. Блин, написали бы побольше какое-нибудь описание. Тоже не то. Дамс. Дамс. Вот здесь что. А что он не хочет? Он же написано и чем, и чего, и чем. И смысл? Что двинуть ее назад, а она откроется? Ну, двигай, двигай! Алло! Ты, конечно. Ну. Почему она не открывается? Вообще-то с ней не взаимодействовать нельзя. Что за бред? Ну, хорошо. Может влезть картинку на стриме? Тупо она осталась на одном кадре, и звук все остальное норм. Не знаю, у меня дропов не было. Может, нет у тебя? Турит что-то. Наверх мы ходили, правильно? Мы же ходили наверх. Дверь завалена. Чердак не открывается. Здесь дверь не открывается, там дверь не открывается. На этом этаже... Хер знает, чемодан не могу открыть. Там ничего нету. Тут дверь не открывается. Библиотека остается, я хрен знает. Больше без вариантов. Слушай, а может быть такое, что соседняя дверь в библиотеке откроется маленьким ключом? Я пробовал это. Ну, сейчас может статься, что мне придется все читать заново. Тоже не открывается. Ебата какая-то.
Сейчас найдем, может, код какой-то. Я хер знает. Хотя я бы просто, блядь, знаешь, загуглил бы и узнал бы все. Ну, либо хотя бы я бы узнал бы, откуда ключ. Зачем этот маленький ключ бронзовый? Ибо, ну, а хер ли я тут, блядь, бегать буду сейчас еще полчаса. Искать дверь каждую. Как он называется? Маленький бронзовый ключ. Small bronze key. Берется он из картины. После решения загадки в библиотеке. Так, завещание не то. Блокнот Фиска. Еще, по-моему, вот не читали. Ну ладно. Карта острова теней. Закрою. Да и трить, закрою ее, алло. Здорово, непонятно. Либо на Б, либо на Y закрывается. Обычно какие-то вещи они помечают красным, так что найти это будет несложно. Если здесь что-то осталось. Здесь в завещании про эти только написано, да? Да, про библиотечную загадку Мортона Ричарда. Фотография. Это не то. Дневник Джереми. Я видел, как он работает на заклинании в кругу камней, стоит на прорыве перекрестку. Не то. Нашел, где код. Скажи мне, где он. Подожди, какой код? Ты про какой код говоришь? Код какой-то хуйни? Чё? Интересную металлическую картинку. Какую металлическую картинку? Так, это родословная, да? Да, это родословная. Это нам не надо. Дневник. Это не код к панели управления в библиотеке. О чем речь? Девушка оставил письмо и половину фотографии нас на фоне ворот. Я даже не помню, когда фотографию сделали. Сзади написано число. Но мне она ни о чем не говорит. Это не код к панели управления в библиотеке. Фотография. Ну, фотография. Код. Но он не отсюда. Нашел инфу про ключ. Давай. Говори. Есть проблема. Да, я понял. Куда нужен этот ключ? Ну, понятно.
Ворота в сад виллы. Я понял. Ну тут единственная дверь, которая может что-то подобное открыть. Это дверь на вход. То есть та дверь, которая... Кода нет. Код, скорее всего, через телескоп можно узнать. Скорее всего. Нет. Типа один ключ ты берешь в одном месте и открываешь какую-то дверь. В самом начале. Второй ключ что-то где-то. За картиной ты веришь, чтобы открыть дверь в сад, сколько я понял. Просто первый ключ мы взяли уже, мы его использовали. Там чувак был, короче, в самом начале, без руки. Да, вы нам уже надоели. Скоро мы вас по IP, короче, забаним. И не будет вас. Не, ну вот это же не откроет. 100%. Блин, я почему-то мне кажется, что эта дверь должна была открываться тоже назад, чтобы спуститься. Я просто там не прошел уже в то место. Вот эта дверь должна открыться. Но я в нее уже тыкался с этим ключом. И это не помогло ни хера. Блин, этот ключ, короче, не приведет меня никуда сейчас, потому что нужно сначала здесь все сделать. Так.
И. Ой, блядь, все, я понял, короче, там. Дневник Джереми. Где? Дневник Джереми. Что мне нужно там узнать в этом дневнике? А, подожди, не. Дневник Джереми. В Джереми написано, что это не код. Сейчас. О, то. Я не совсем понимаю, но у меня такое ощущение, что они мне хотят сделать так, что я, короче, пропустил походу. Где это? Где это? Это вот тут, да? Второй этаж поднимись. Да и я не совсем парюсь прямо сейчас. Я могу код ввести, я его уже увидел, в принципе. Ну, я хочу это, типа, законно найти его. Спокойной ночи, Данич. Данич. Нет, не та дверь, да? Эх, ляськи-масяськи. А, это та? Тоже не то. А где? Подожди, на первом, что ли, тоже? Сам себя запутал, короче. В общем, если я правильно понял, а я, скорее всего, неправильно понял, должна быть вторая половина фотографии в комнате, где мы нашли фляжку. Но это не точно. Ибо хрен его знает. Где она? А что за прикол-то? Если ты, блядь, мог войти просто и все. Чё? Чё ты мне мозг-то ебёшь, игра? Чё ты карты меняешь каждые 2 секунды? Зачем? Почему здесь Айлин встретили? А, нет, подожди, это первый этаж. Я тебе говорю, я запутался уже. Все, вот здесь. Вот здесь, если она есть, то она здесь. Возможно, а может быть и нет. Ну что, потыкаемся где-нибудь, найдем, может и... Просто упустили тупо где-то фотографию. Точно здесь ничего нет? Пустой. Окей. Мы видели. О, господи, этот звук опять.
Я приближаюсь к нашей цели. Эвни, дорога моя, прости. А он такой нетерпеливый, какое рвение, какое безумие. Бла-бла-бла-бла. Ясность иногда должна жить во тьме, ведь только из тьмы может вырваться свет. Хинтервонтергарльчу. Оказывается, этот ритуал должен происходить в точный день. Наследники стражи ритуала врата опасности. Я никогда не перестаю удивляться богатству этого языка. Унижать тех глупцов, которые могли только глазеть на меня и смеяться надо мной. Откуда же происходят эти надписи, дедушка Джереми? Где ты нашел надписи? Почему он никогда не посвящал меня во все это? У Алана появилась невероятная теория, я должен выяснить, правдивая ли она. Вода из глубокого источника оживляет человека, который думает, что он умер. Че, блядь? Алан снова оказывался прав. Я знаю, он всегда будет лучше меня. По мере того, как текст обретает форму, его откровения становятся более устрашающими. За этим порогом никогда не светило солнце, тот, кто переступит через него, никогда не вернется назад. Эти врата построил человек из Колчедана, чтобы тени всегда обитали в ночи. Человек опечатал эти врата кровью, как приказали ему боги. Человек не одолел тьму. Врата не означают победу, они всего лишь сдерживают поток. Будь проклят тот, кто их откроет. О, Господи, что же мы делаем? Последний знахарь уничтожит мир тьмы? Да простит нас человечество. Простит нам это человечество. Вот, смотри, что это? Что это? Что это? Что это? Дому дороги. Спасибо, Фианур, за хост. Апкане. Так, звено между двумя человечествами. Эта книга – результат исследования, за которое взялся более 20 лет назад. Я осознал тот факт, что теории, идеи и правда, которые изложены здесь, уже вызвали сильную враждебность не только со стороны моих коллег, но и со стороны ученых-астрологов, антропологов и ученых-этнологов, которые более удаленно связаны с моей сферой изучения. Я знаю, что эта история покажет мою правоту. Именно это убеждение ведет меня вперед по этому узкому и опасному пути, который я для себя выбрал. Мой энтузиазм в культуре, языку и цивилизации Апканя проявился еще в юности. Я обязан своей страсти двум людям. Во-первых, моему деду Джереми Мортону, который был врачом, математиком, астрономом, философом и волшебником. А также непризнанным гением. По воле Господа да воздаст человечество ему однажды почитание, которого он, несомненно, заслуживает. Во-вторых, Джозефу Иденшоу, который нанялся на службу к моему дедушке в 1920 году. Возможно, он никогда и не был моим наставником, но для меня он был как настоящий отец. Возможно, он никогда не был моим учителем, но он также был моим верным слугой. Насколько мне известно, он последний живой представитель великой цивилизации Апкани. Я глубоко благодарен им обоим. Пусть искупает их Гекатанчирес в своем сладком вечном свете. Мои клеветники. Клеветники, хуй знает. Короче, те, кто клевещет. Часто попрекали меня в том, что я скрупулезно продумываю теории, из которых мои убеждения возникают на основе ограниченных, отрывочных и ненадежных источников. Будет правдой, если я скажу, что по сей день материал, который предоставил я для того, чтобы удовлетворить любопытность моих критиков, довольно скудный. Три камня с выгравированными надписями и несколько десятков снимков надписей на стенах пещер, найденных на острове у побережья Бостона, однако... Чимполион. Родственник Чимполина какой. Убедил мир своих убеждений. Только Розетта Стоун. На основе моего свидетельства я могу подтвердить, что высоко эволюционировавшая форма цивилизации Апкани со сложной системой письма появилась на северо-востоке страны, которая сейчас известна как Соединенные Штаты, 15 тысяч лет назад. У этой цивилизации богатая история, которая даже более обширна, чем история нашей индийско-христианской цивилизации. В отличие от других человеческих цивилизаций, она никогда не стремилась расширять границы своих территорий, завоевывать других или мигрировать. В этом отношении не следует забывать, что само по себе слово «апкани» на их языке означает «страж». С тех пор, как мои первые публикации в этой теме появились, в нескольких обзорах специалистов в ограниченном кругу появились статьи, в которых утверждал, что Апкани – потомки расы внеземного происхождения. Значительно дискредитировало мое исследование, и я чувствую себя обязанным сказать, что таких
такие разглагольствия абсолютно необоснованы. Апкани точно не внеземного происхождения. Общество Апкани было организовано не на основе семейной единицы, а на основе структуры сообщества. В возрасте 12 лет и мужчины, и женщины Апкани без дискриминации по половому признаку вступали в одинаковые ритуалы посвящения, которые длились 12 долгих лет. В конце их... 12 долгих лет. Как этот, сука, текст. В конце их посвящения им предоставлялся статус стражей. Именно на этом этапе характерны различия религиозные, военные и бытовые функции. Апкани были обитателями пещер, однако их религия была основана не на огне, а на свете. У них был развитый пантеон божеств. Который стал краеугольным камнем их повседневной жизни. Волшебство света. Религиозное поклонение древнему Апкани выражалось посредством набора разных магических ритуалов, в которых центральным был свет. А также оказывается, что их назначенными врагами были некие подобия демонов из ада, которых они называли прокарани. Как-то так. Или твари тьмы. Вероятно, это чудесная система письма Апкани, расшифрованием которой я занимаюсь сегодня, была усовершенствована для определения специфических ролей для каждого ритуала. Многие вопросы остаются без ответа. Особенно, как именно действовало их письмо. У большинства известных цивилизаций письмо было впервые изобретено для торгового обмена, для составления списков имущества и для заключения контрактов. Однако... Одно единственное поминантной Апкани, похоже, была их роль стража, но стража чего и от кого? На оба эти вопроса, думаю, никогда не найду удовлетворительные ответы. 12 лет школы. Жуть какая. Нет, это мы читали уже. Где долбанная фотография? Логический диплом Обида Мортона. Чего? Все что ли? 1978. Фотография Обида Мортона в детстве перед монументальным камнем. О-о-о-о-о-о-о, патроны. Мне на самом деле сейчас нужно не с ключом разобраться. Мне сейчас нужно разобраться с тем, где мне найти кусок фотографии второй. Я тут уже все обыскал. Это мы читали же, да? Только что. Да, в картине мы взяли. Чё-то не то. Чё-то не то. Мук. Салана. Так. В смысле? Ты угораешь, что ли? Алло, блядь. Подожди. Это что такое было сейчас? Никого нет дома, не стучитесь нахуй тут. Или я уже это сделал? Подожди, сейчас соображу, подождите, не пишите ничего. По поводу того, чего и где и как. Дроулер. Сика. Дроулер.
Возможно, этот ключ не совсем от чемодана, но от ящика стола. Может быть. А может быть и нет. Все может быть. Я где? Я тут. Окей. А я, наверное, тут взял. А, нет, подожди, я не брал тут. Я не брал тут? Кусок фотографии. Я взял кусок фотографии в другом месте. Снизу справа где-то. Или сверху справа, не помню. В конце коридора где-то. Короче, пишут, что вроде как вот здесь ящичек. И он вроде как закрыт. Вот здесь. Наверное. Да иди ты нахуй. Или нет? А может вот это имеется в виду? Блять, в нем фотография, значит, это получается. Твою мать. Ах, как все, сука, сложно. Чё ж ты мне предлагаешь делать-то дальше, игра, алё? Короче, кусок фотографии в этом ящике. Где ключ, блядь, непонятно. Смалки, маленький ключ нужен тоже. Твою мать. И чё тогда мне делать? Я чё-то вообще тогда потерялся. Книга, кстати, чувствую субботеки. Это мне не надо. Кусок фотографии, маленький ключ, лом. Где-то я что-то проебал. А смысл? Ну там этот, плазма пушка и все. А этот ключ он нужен, чтобы, блять, куда-то свалить. Потом. Не сейчас. Я знаю, где ключ от ящика. Я понимаю, где он. Он под планкой, блять, на чердаке. Как на чердак попасть, вот в чем вопрос. Старый ржавый ключ нужен. Сайт тоже.
Брали в той комнате ключ со стола? Вот в чем вопрос. Я не помню просто уже. Где эта комната? Да иди ты. Короче, комната, которая... Даже выше, что ли? Как все запутано. Еще там с прохождением аккуратнее смотрите, потому что ну, тут два сценария. Может сложиться так, что вещи в других местах лежат. Или типа того. Зачем я сюда пошел? Вот нахера. Мне нужно было на лестницу. Мех. Хотя зачем мне на лестницу? Это же нужный мне этаж. Вот еще, кстати, вопрос. Как, сука, растение это убить? Может, я что-то там пропустил? Хороший вопрос. Я мог. Потому что я там что-то, по-моему, не все обошел. Мне что-то подсказывает, что, возможно, именно там лежит предмет, которому убить эту хуету. Как все сложно. Ну, а поближе если подойти. Там что-то лежит, кстати. О, аптечка. Прикольно. Что это? Тю! Блять! Are you doing? Еще один гранатомет. Что здесь? Мы сожгли растения такие. Что-то есть? Это же дверь. Хера не дверь. Странно. Ну ладно. Да должна быть дверь. Так, ну мы ракетницу взяли, уже тоже неплохо. Запечатано, блять. Старая фотография молодой пары, которая держится за руки, похоже, что в семье Мортонов тоже было небольшое счастье. Ну ок. Куда я хотел идти? Я хотел идти в ту комнату, где мы маску волка использовали. Где она была? На этом этаже или этажом ниже? Абсолютно не помню. Так что мы вышли оттуда. Окей. Чем я пытаюсь открыть эту дверь, блять? Она меня выведет в фойе, где я уже был 100 раз. Так, там у нас офис. Здесь кусок фотографии нашли. Здесь либо вверх дорога, либо вниз дорога. А слева. Только что там были, да? Окей. Зачем я бегу сюда? Знаешь, вот всего можно избежать, если я просто код введу на панели.
Я хочу страдать, похоже, да? Я хочу страдать. Будем страдать. Будем проходить более-менее честно. Так. Где это? Здесь. Снизу, сверху. Мне кажется, я там все взял. Все, что можно было. Нет! Да, блядь, откуда вы взялись-то, блядь, алё? Какого чёрта? Я же, блядь, убил вас здесь всех. Ты чё, дурак, блядь, стреляй! Откуда они взялись-то? О, хуй. Ладно. Есть подозрение, что я мог просто не те двери открыть. Как в прошлый раз я когда играл, и я там запнулся и нихуя не понял, что делать нужно. Все. Блять, Дадли. The Dudley Man. Вот здесь должен был быть ключ. На столе написано. Взяли мы его? Я-то не помню. Один ключ, короче, в статуе, другой ключ. Да вот здесь вроде ключ лежал. Моя не понимает ситуации. Вот серьезно. Что за ерунда? Как так может быть? В этом же прохождении написано, что у меня уже должен был быть этот ключ, но у меня его нет. И тут вообще не написано, где его взять, блядь, что самое интересное. Нравится. Дай другое, что ли, прохождение. Это меня сломало. Small Rusty Key называется. Вообще непонятно. Может, там открыто тупо? Я, блядь, нихуя не понимаю. Мне нужен ключ, который приведет меня на чердак. Судя по прохождению, он у меня уже должен был быть. Но у меня его нет. Я не знаю, я не понимаю. Написано, что да, используйте его и все. Но я не вижу, где его взять. Ни хера не пишут, блядь, по-человечески.
Двинти за 13 косарей из России. Кто продавец? Ну, кроме того, что он барыга ебаный. $500 за доставку. Данчик продавец. Ну что, я не настолько, блядь, отбитый, чтобы продавать за такие деньги. Что? Тут мне что ли нихер? Я еще вот тут, блядь, по лестнице не сходил. Но дверь, сука, не открывается. Я не могу назад вернуться. Бесит прям пипец. Сто отзывов положительных. За какие-то деньги. Это, блядь, денти стоит, блядь, 1500, наверное, в магазине, блядь, в любом. Может тоже ходить так, короче, покупать за 1500, а продавать за 13. Заебись, еще 2500 за доставку. Нормальная тема, да? Как вы считаете? Куда я хотел пойти? Куда вот я хотел сходить? Я хотел сходить... Куда? На чердак. Чердак? Это где? Этажом ниже. Этажом ниже. И по лестнице, по винтовой. Не, серьезно. Где мне взять этот маленький ключ? Бесит прям. Вообще непонятно, серьезно. Покемоны на DS по 20 кусков. Че, ебанутый там что ли совсем? Вот. У меня должен быть ключ уже от этой локации. Вот этой части. Но его нету. То, что дверь, блядь, заперта, и нужен маленький ржавый ключ. Я не понимаю, в чем смысл. Это не тот предмет. Сика. Где взять ключ? А что он рассчитывает? Ты Луни Тюнс смотрел когда-нибудь? Там была такая серия. Я, говорит, буду продавать, короче, лимонад по $1. И у меня будут покупать. А я буду, говорит, продавать лимонад по $1000. Ну, типа, знаешь... Ты вот по одному будешь сидеть копить, а я, короче, если у меня кто-нибудь купит, я сразу косарь заработаю. Я не понимаю, где взять ключ. Еще один. Абсолютно не понимаю. У вас есть какие-нибудь идеи? Хоть какие? Small Drawler, если ты имеешь в виду, это, короче, ящик, который мы пытались открыть, и там снимок кусок
лежит. Мне нужен маленький ключ, который лежит под дощечкой, насколько я понимаю, на чердаке. Плата от ГБА за 4 куска. Индивид. Индивид. Вот как? БУ телевизор продавать за ту же цену? За какую покупал? Гениально же. Чего б нет? Я не знаю, ребят. Можно, в принципе, пойти просто пароль ввести. Без понятия. Твич, живи. Твич, ты куда? Твич, вернись. Твич! Заебись, у меня чат перестал работать. Вы вообще живы, ребят? Кто-нибудь, напишите что-нибудь. Вырвем. Чё, у меня есть ощущение, что надо стрим просто заканчивать, я не знаю. Похоже, Твич ебанулся. Пропусков кадров нету. Но Твич ебанулся. Не понимаю. Как так вышло, что я не совсем понимаю. Написано очень странно. Короче, я надеюсь, Твич жив. Я понимаю, что чат что-то, короче, похоже, не работает. Есть вариант зайти на Good Game. Если не лень. Что-то Twitch что-то. Короче, упоролся. Типа, проверьте последнюю фотографию. И в ней должен быть механизм. Хуизм. Тоже не то. Да что за говно-то, ебте меня.
Ромашка. Дадите к пёсту слева со стороны. Столько подвиньте его. Он отъедет в сторону и будет находиться напротив зеркала. Смотрите в зеркало, на обратной стороне пустотецкий пункт. Я чё... Это и есть код? Чё, блядь? Его на панели, которая вмонтирована в бюст? В смысле? Подожди, блядь, чё? Что? What? Чего? Стрим идёт, у меня дропов даже нет ни одного. Твич чё-то, короче, затупил. Я не знаю. Как дела? Ну, такси. Судя по всему. Мраморный бюст совсем свежий. И чё? В основании бюста находится механизм. Ох, лол. Ох, лол. И что мне это даст? Блять. Все, я понял. Я просто вроде тыкался в эту статую, а ничего не случилось. Я думал, сейчас это... Как-то она подсветиться должна, или что-то еще. Блять. Прикинь, я просто тупо не нажал, блять, из-за того, что спереди все. Проебал целый час практически. Вот тебе, пожалуйста, ключ ржавый, маленький, от чердака долбанного. Это кто? Это зачем? Это не надо. Это я ушел, все, до свидания. Меня не видели здесь. Покупают такие же ебанаты. Дэнди за 180 бачей купили. Пиздец. Пиздец. Че мне нужно? Мне нужен чердак. Чердак где? Этажом ниже. Я же, блядь, настолько здесь часто бегаю, что уже, блядь, всю локацию запомнил. Да что ж тебе? Все, вот теперь мне больше ничего не нужно. Один маленький вот этот вот момент, все, который мне нужно было узнать, как, куда и где. Все. О, чекабот отлетел. Заебись. Прям норм. Тебе говорит, Твич дурит. Самое интересное, наверняка трансляция идет. Вообще, я надеюсь на то, что она идет, потому что если она не идет, мне придется переигрывать игру заново. Веселушка. Хоть что-нибудь-то сделаем уже за этот час. Ну, цена... Да, цена есть. Это... Ну, мы теперь хотя бы все знаем, да? Где что лежит. Так, ну что, я пойду попробую открыть дверь. Шо уж теперь. Сейчас сразу процесс пойдет, если эта дверь откроется. Че ты визжишь, блядь? Аллилуйя! Чего ты прешься там? Ты нахуй отсюда. Так, потрошки. Можно как-то тут это свет включить, что ли? Ты кто? Зачем ты меня? Зажигалка. Ивись.
Есть выключатель света-то, алё? Чё, блядь, огребёте нахуй меня? Ну и чё, ты живой до сих пор? Ты издеваешься, что ли? Я зря, конечно, это сделал. Ну ладно. Не важно. На жуке известного тесанта. Ну, может быть. Так, в этой комнате должна быть. Или в следующей. Не помню точно в какой. Наверное, в следующей. Потому что там длинный, короче, переход. И где-то там спуск какой-то есть. Так, это должно быть закрыто 100 пудов. Да. Чего это? Веревка. Веревка! Хочу веревку. Сколько у меня патронов? Любопытно. 180! Откуда я взял столько патронов? Ёбушки-воробушки. Вот здесь. Вот в этом месте. Надо, наверное, использовать лом. Да. Здесь мы найдем что-то там. Маленький ключ от шкафчика и маленький украшенный ключ от какой-то двери. А здесь-то чего? Ой, я сейчас вспоминаю, что здесь где-то, короче, был момент, что у меня игра зависала. Но я не помню, где точно. Что в какую-то комнату заходил. Здесь я что-то висло, короче. Запечатано. Эти жуки здесь, блядь, ебаные. Хэдкрабы. На потолке. Вон сидят, сука. Есть что? Ты их, блядь, толпа. О, бегут, ёпта, о, бегут. Что это? Что это такое? А, это кровь капает. Ну. Сколько у нас патронов для пистолета? Картриджи. Окей. Есть ощущение, что... от твича заработал, если что. По крайней мере, у меня. Так единственная проблема, то, что что-то грузит долго. Вот, свечка. Свеча. Подгладить. Подгладить, блядь. Поджечь, ну. Кажется, начал прорисовываться весь рисунок. Что, блядь? Есть что-то, чем сломать можно? Есть, конечно, а чё б нет. Так, бегом. Здесь должен быть выключатель. Чё ты орёшь-то, блядь, конь? Тихо. Выключатель. Где он? Отстань. Блядь, нажимай.
Поговорил с Вичуном. Ой, аптечка. Хорош. А дайте сразу три. Так, я пришел отсюда. Окей, давай постепенно. Здесь, кстати, бабка должна быть, да? Старуха! Запечатан. Сарендра. Здесь бабка? Стопудов здесь. У, старуха! Бабуль, я тебя сразу обворую. Есть еще, да? О, лежит ее. Вы что, ебанулись? You're back. Ты вернулся? Back. Вернулся? Ты о ком? Чувак, кто ты? А ты сам-то кто? Меня зовут Карнби, Эдвард Карнби. Я здесь, чтобы помочь вам. Не лги мне. Ты здесь за чем-то другим. Ты с молодой девушкой? Алин? Алин? Да, вы знаете, где она? Да она, наверное, мертва уже. Вы знаете, мистер Карнби? Короче, никто вообще с острова не ходил. Обед сказал, что говорил с человеком. И это было неделю назад. Человек хотел помочь нам. Обед, по крайней мере, так думал. Человек, как его звали? Фиск? Чарльз Фиск? Да черт, я, блядь, не уверен, нахуй ничего. Отстань. Ты пришел навредить нашим сыновьям моим? Иди в библиотеку и сожги ее нахуй. Пусть огонь очистит это дьявольское место. Но что насчет вас? Я уже мертва. Иди нахуй. Окей. Старуха. А можно пройти-то? В окно, например. Я просто помню, что Айлин здесь начинает. Она из окна вроде приходит. Что там? 100-500 страниц книг? Что ли опять? По-моему, такой журнал уже видели, нет? По-моему, да. Так, ну она сказала что-то нам про Элин. Правда, ничего не сказала толком. Может, что-то ты где-то свернул не там? Так. В какую дверь мы только что заходили? Вот в эту. Дверь в конце коридора должна быть еще. Блин, я думаю, игра вылетела. Ага. Оу. Открылось. А куда это? Куда это меня приведет? Сейчас выйду куда-нибудь туда, где я уже был. Сто пудов. Нет. Жук Андрей, что ли, опять? А, я понял.
идите нахуй, вы чё, блядь? Черт ебанутый. Ты открыл дверь. Э? Это где? Это над библиотекой, что ли? Ну, рядышком. Так. Соседняя дверь. Раз уж мы здесь, давай сразу ключ второго используем. Сразу процесс пошел, да? Правда, уже стрим пора заканчивать. Ну, сейчас еще минут, наверное, 10. Цело, блядь, только один ключ найти, все. И сразу все по бырику пошло. Так, ну чё? Ящик закрыт. Так открой. Да? И кусок фотографии. И еще ключ. Оу. Хорошо. Большой украшенный ключ. Хорошо. Половина фотографии. Ну, как раз сейчас в библиотеку зайдем, откроем дверь. Пара-па-па-пам. Куда так? 216 патронов для дробовика. Хочется, конечно, сказать, что мне там хватит до конца игры, но... Хоть-то там наверняка. Половину просру сейчас. Это что, мать твою, такое было сейчас? Это ты, что ли? Не ори. Не надо. Так, стоп. Где я? Кто я? Что я? Мне нужно... Там был. А зачем я пошел сюда-то вообще? Мне надо было вернуться. Отстань. Отстань. Я спидранер Resident Evil. Отстань. Скорее всего, сейчас внизу дверь откроется. И мы как раз попадем к библиотеке. Там дверь была, которая не открывалась. Снизу, с одной стороны. Но есть предположение, что она откроется с другой стороны. Вот здесь, например. Что это тут у нас? Ни хера тут нет. Это свет? Это выключить или включить? О, у нас. Открывается, и сразу зомби. Сразу зомби, сто пудов, я помню. Давай. Хорошо. Эта дверь открылась. Эта дверь. Эта дверь заперта. Дверь в библиотеку заперта. А смысл? Она же рядом открыта. Чего? Та дверь соединится с этим. Окей, ладно. Вот здесь можно было еще ключ маленький использовать, чтобы библиотеку открыть. Наверное. Стрим наконец пошел. Хорошо. Правда, он не улетал никуда, ну да ладно. Текст. Не писался ни хера. Twitch, кстати, это, походу, прислушались. Кто-то жаловался по поводу того, что клипы убрали кнопку. Как я и говорил, что Twitch любитель экспериментировать с вещами. Типа, они оставляют на какое-то время. Если людям нравится, то они оставляют на совсем. А если не нравится, то они убирают. Вот сейчас как раз, похоже, так и было. Ты же мне канал ошибку выдавал. Ну, у меня вообще коннекта не было никакого.
То есть трансляция идет на Twitch, а к чату невозможно подсоединиться. Так. Чихо-математик, да? Сейчас будет, да? О, опять ёпта, улетел, все. 3926, наверное. Нет? Ва-ха-ха-ха-ха, я открыл. Короче, я сейчас, наверное, это заберу, все, что здесь лежит. Телескоп. Ага. И мы закончим. Сегодня. Аптечки есть? Есть какие-нибудь аптечки? Так, заклинание какое-то сложное. Невероятное. Прочитать не могу даже. Здесь, очевидно, надо статую вставить, да? Ниша в стене содержит несколько статуй, навальных одна на другую. Ну-ка. Карпата расположена в самом верху пирамиды. Опачки. Чё это? Кабанская статуя в виде бизона. Одна из тех для ритуала. Чё это? Ага. Чё-то непонятно. Короче. Чё происходит? Я уж понял. Че, я сейчас схожу, телескоп установлю. Так, стоп. Там был свет. Я его не включил даже. Да бегу! Я надеюсь, собак не будет. Очень на это надеюсь. Я что-то, блин, аптечки надо копить, но что-то они у меня нихера не копятся. Установить телескоп. Посмотреть, что там за код. Скорее всего, ну, там скорее всего будет код. Или телескоп на подставку. Оп. Давай посмотрим. Телескоп на подставке. На подставке. Хотите посмотреть через телескоп? Да. Есть. И где-то здесь должен быть какой-то. Охуительно. Опа. А как приблизить? Там что-то какой-то код. Зачем ты вышел? Ты не вышел. 1692. Давай попробуем. 1692. Опа. Заставка. Что происходит? Хера себе телескоп. Вот это зумчик. Там как. Там кто-то был. Кто это был? Ну. Карнби. Да, это я. Что? Нашла что-нибудь? Надеюсь, у тебя есть хорошие новости. Да, я, ну вообще нет. Я заметил человека в форте напротив леса. Это может быть Обед Мортон. И что?
Я же не подстрелил его как утку, даже если он заслуживает. Короче, это из-за него все. Прогресс хорош. Гений. Кто он для тебя? Я не могу поговорить. Месть. Причина верить в то, что профессор Обед Мортон мой отец. Если это шутка, если это не смешно. Даты сходятся. И поэтому ты согласился поехать сюда? Ну, вообще, да. Еще таблички переводить. А что ты не написал-то ему? Что-то сюда полетело. Я понимаю. Будь осторожен. И звони, если есть проблемы. Карли? У меня есть проблемы. И повесил трубку. Норм. Норм. Звони, если есть проблема. У меня есть проблема. Трубку повесил. Гений, чёрт, блядь. Так. Возвращаюсь, ввожу код. Смотрим, что получилось. Записываюсь. Конец стрима. Спина начинает побаливать уже. Какой пароль был? 1692? Я забыл уже. Я забыл уже, прикинь. Был этот. О. Ну давай попробуем. 1692. Чё это? Последняя картина. Все? Ну. Последняя картина. Так. Твич оживает. Давай что-то добежим до последней. Недалеко. А я в самый не сходил по лестнице. Что-то я вылетел. Твич, похоже, не оживает. Чикабот умирает. А что там внизу? Подожди. Ну ходи туда, нет? Что-то я вылетел из реальности на секунду. Ходили мы вниз там в сам конец? Или это был самый низ? Возможно, это был самый низ. Блять, надеюсь, зомби не будет опять. Вот здесь. Я имею в виду. Вот тут мы все сделали. Что-то я Нет, самый низ все-таки. Так, ну и фойе, давай вернусь и там сохранимся, потому что там загадка сейчас будет, скорее всего, с открыванием всех картин. Сродословный. Сейчас сидеть этим геморроиться на ночь глядя, я что-то не очень хочу. Там все, в принципе, не так уж сложно. Да ладно.
просто вернусь. Возьмем, что в картине лежит. А что там может лежать, кстати? Ключ какой-нибудь? Опять? Патроны? Что там может быть? Подозрительно все это. Блядские уроды. Да какого хера у тебя патронов-то нету, блядь? Ты дебил, блядь. Патронов нет в дробовике, ходит, блядь. Придурок. Все остальные, по-моему, картины открыли, да? И что это? Что это такое? Гравированная металлическая тарелка? Оу, это мы знаем. Это панелька. Ну и все, да. Видите пароль? Чтобы что-то произошло. И по идее, это конец особняка будет этого. Ну и там чуть попозже конец диска первого. Хотя это PS2, здесь один диск. Так, да, я сохранюсь. Что ли где-нибудь вот тут? Чури. Так. Сохранись. И сохранится через карту памяти. Сохранилось. Я понимаю, что у вас, скорее всего, там чат не работает. Поэтому я просто ручку вам помашу. Всем спасибо, что смотрели. Канал подписывайтесь, в группу вступайте. Все описания под каналом есть, если что. Всем доброй ночи, удачного дня. Увидимся с вами завтра. Завтра что? Завтра вторник, правильно? Значит, можно играть дальше. Вот, все. Всем покедва. Увидимся завтра. И хоба!